Смотрите, ребята, у меня проклюнулись зозули, которые тут еще оставались, и теща еще проклюнулись. И землянику, которую второй раз я покупала, не высаживала еще, потому что на улице морозы. И я смотрю, у меня апрельский один единственный проклевывается из всей пачки. Смешно, да? Ну, вот такие вот семена. Эти пускай тут пока будут, потом, если там они проклюнутся, пересажу вот эти вот туда. И надеюсь, будет все окей. Я собираюсь идти в садик, но перед этим я хочу сходить в парник, посмотреть, что там с огурцами у нас творится. Егорка в дровянике укладывает аккуратно дрова. Курочки наши попрятались, солнышко. Помидоры вроде все стоят. Сейчас как раз заодно с вами и посмотрим. Вроде все после пересадки подтянулись и поднялись. Опа! Да, смотрите, хорошо подтянулись, поднялись все помидорки и перчики. Дай бог, чтобы что-то росло. Сейчас посмотрим, вот ракун, парники. Сначала помидоры хочу посмотреть. Мне как бы они важнее. Посмотрим. Да, ребят, все хорошо подтянулись и поднялись. Я некоторые подвязала, некоторые еще не подвязывала. Там у них влажность хорошая. И сейчас пойдем в парник с огурчиками. Так, ну что у нас тут? А с края был проклюнутый редиска. Уже нету. Пауки, что ли, съедают? Я ничего не поняла. Тут был проклюнутый огурчик. Мы в тот раз с вами стреляли. Сейчас нету. Нормальное состояние, да, ребят? Так, ладно. Зато редиска хорошо всходит. Смотрите, как хорошо всходит редиска. Редиска прям на ура всходит. Так что вот такие вот у нас дела. На, поливать опять. Ладно. Ждем всходов. Вот один. Видите, здесь вот один есть. Что-то вообще плохо всходит, наверное. Сегодня подсажу сюда еще. Но мне вот интересно, у меня вот здесь был, тут раз я вам показывала, был росток. А нету его теперь. И где он? Жуки, что ли, какие-то поедают. Ну, вот так вот в целом. Ждем всходов. Короче говоря, сегодня буду подсаживать еще туда. Что-то мне не нравится. Которые взошли, смотрю, уже пропали. В тот раз уже, когда вчера я насчитала, было 4. И сегодня опять один остался. Видать, какие-то жуки, что ли, появились там, подъедают. Не знаю. Ладно, дорогие друзья, идем в садик. За Мариночкой. Егорышка, я в садик ушла за Мариной. Так что вот так. Пока у меня Марина одна ходит. Потом мне надо будет сходить до подруги забрать цветок. Вчера обещала ей прийти, но вчера мы картошку садили, я никуда не пошла. Поэтому сегодня хошь не хошь, придется идти. Ладно, идем в садик, а потом к подруге за цветком. Иду домой. Сходила до подруги, забрала цветок. Мужское счастье. У меня женское есть, а мне надо было мужское. И она тут мне позвонила. Настя говорит, приходи, забирай. Она мне, по идее, еще вчера звонила. Но вчера я не картошку садила. После картошки потом в баню пошли. Сил уже не было идти. И знаете, я поняла, что происходит с моими огурцами. Кто-то какие-то жучки у меня их съел. Подруга сейчас рассказывала, что у нее у знакомой перцы кто-то поел все. И она какую-то отраву купила и посыпала вокруг лунки, чтобы не ели. И вот мне тоже надо купить и посыпать. А что именно, я не знаю. Потому что вчера было 4 ростка уже, знаете, где-то вот такой высоты. А сегодня я зашла, один дохленький стоит. А тех просто нету. На... Откройте, попейте. Ну не качайся. А вы что такие грязные все? И дальше слова забыли. У меня тут девчонки просто сидят. И все чумазики такие. Я не могу открыть. А дома кушать-то никак? А я сбегала, забрала вот мужское счастье. Такой небольшой росточек. Сейчас его посажу. Я сегодня специально землю и горшки для него купила. Горшки какие купила, я фотографии постараюсь ставить сюда. Два разных горшка взяла, для женского и для мужского. Мне надо... Шо, давай аккуратно пересадить одно женское и одно мужское мне надо пересадить.
Мам, что, там чуть-чуть пила много? Да, пила водичку. И у меня муж повесил часы. Помните, которые мне с Германии прислали? Сейчас я покажу, как он сделал защиту для часов. Видите, как он прикрепил? А вот там сами часики стоят. И вот эту вот штуку закрепил вот так вот. Чтоб дождик не поранил. Ой, сейчас надо белье все убирать. Ребятки там все откачаются. Лимонад пьют, да? Вкусно? Хорошо, да, на качели качаться? А почему ты не пила? Ох, мне и одного хватало. Ладно, дорогие друзья, пойду я садить огурцы. Сейчас попробую вот эти вот опять заново высадить и накрыть ведерками майонезными, потому что другого варианта у меня просто нет. Кто-то поедает всех жуков, если кто знает, жучки, чем можно посыпать, напишите мне обязательно в комментариях, буду очень ждать. Дорогие друзья, сейчас буду пересаживать вот это вот женское счастье мне надо, видите, его пересадить, оно уже, ой, вам, наверное, ничего не видно. Вот видите, кое, и тут горшок сильно лопнул, мне надо поменять его и укоренить немножко получше. Я сегодня специально купила вот этот вот горшочек для женского счастья. Такие вот горшки мне очень нравятся, они хорошие. Так, и покажу вот такой вот купила для мужского счастья. Беленький, красивый. Сейчас заполню землей, посажу и вам покажу. А, еще вот хотела показать, какой росточек именно. Вот видите, мужское счастье. Вот такой вот красивый. Росточек взяла. Буду садить в землю для орхидей в перемешку. Две разные земли у меня здесь. Есть просто земля, а есть вот такой вот субстракт именно. Буду именно в такую землю сейчас садить. Сейчас все это сделаю и покажу. Все, ребята, пересадила я мужское и женское счастье. Вот в такие горшочки. Мужское счастье и женское счастье. И все. Будем надеяться, что они у нас будут сейчас хорошо расти. Вот только эти листочки надо плохие оборвать. Я не знаю, что это такое, почему вот нынче у меня первый год вот так вот, что вот так вот листочки портятся. А в принципе, так-то она хорошенькая. У меня еще есть вторая, но вот вторая получше растет, чем вот эта вот. Это что-то у меня хиленькое, поэтому решила я в землю для орхидеи ее посадить. Посмотрим, будет или нет расти. Мне так подруга подсказала, вот посмотрим теперь. Будет или нет она у нас расти с вами. Все, сейчас полью и уберу на окошко. Пусть радует меня. Приехала, дорогие друзья, в город в аптеку. Бегаю по аптекам, ищу лекарства. То в одной нет, то в другой нет, то в третьей нет. И бегаешь по городу. Почему бегаю и ищу лекарства? Ну, потом дома вам все объясню. Насколько сегодняшний день у меня больных уже дома. Дорогие друзья, съездила я в аптеку, по пути зашла еще в фикс прайс, взяла моющее средство для посуды. Вы извините, я просто села уже, машина, убери, пожалуйста. Биолан взяла за 55 рублей и заходила в Альберт, забирала заказ. Часть заказа, там у меня знакомая заказа, она уже забрала свой заказ. А я покажу то, что я заказала. То, что я заказала. Я заказала вот такую вот шампунь. Мы уже брали, нам понравилось. После нее хорошо у девочек расчесываются волосы. Держи, Машенька. Также заехала в аптеку, взяла лекарства. Что взяла? Взяла Экоклав, антибиотик для маленьких. На всякий случай купила парацетамол. Потом скипидарную мазь мне посоветовала моя подписчица детям. Ингалипт для горла, для маленьких, потому что они не умеют полоскать. Потом Линка взяла мазь еще и Занду вот такую вот какую-то взяла мази. Вот такие вот еще согревающие тоже мази. Для деткам грудь для чего мазать? Где-то шею помазать, где-то что-то еще. Еще один ингалипт спрей взяла, так как у меня на сегодняшний день, ребята, уже пятеро болеют. Как бы грустно это ни звучало. Дальше взяла ротокан, горло полоскать для старших детей, потому что они уже умеют полоскать. Потом взяла упаковку валидола, потому что сегодня у меня сдавило сердце, и у меня закончился дома валидол, я взяла. И пектусин таблеточки взяла. Именно помимо сиропа взяла еще таблетками пектусин рассасывать для старших.
Вот такие вот цены лекарства. В общей сложности почти 2000 у меня ушло. Вроде немало, немного, да, но вот так вот. Кто у меня заболел? У меня заболел Ваня, у меня заболела Марина, Оксана, Катя, Маша. Вот они у меня пятером кашляли. Кашель у всех. Оксана жалуется, горло сильно болит. У Кати кашель небольшой тоже есть, и у нее ухо не слышит. К лору записаться мы не можем, потому что у нас лора нету. Вообще в городе в нашем нету лора. Это только ехать в Соликамск, надо брать направление и ехать в Соликамск. Пока сейчас денег нет, получается. Мы ей капаем вот этими вот атипаксом, капаю ей два раза в день, утром и вечером. Пока вроде нормально, да, Катя? Слышишь уже ухо? Еще нет? Ну, сегодня что у нас? Второй день уже? Третий. Ну. Так что вот такие вот, ребята, у меня новости. Не очень хорошие. Прошу извинения за свой вид. Просто я сегодня почти всю ночь не спавшая. И состояние немного не то. Ладно, сейчас я попью чай. И пойдем на кухню готовить. Хочу супик какой-то приготовить. На суп приготовить. Да? Будете суп есть? Муж у меня сегодня уехал, они все родственники собрались и на великах поехали на кладбище. Сегодня у них ихнего дядьки, там какая-то годовщина, и они поехали на кладбище. Поэтому вот так вот. Я одна дома с детьми остаюсь. Света в городе, у них там сегодня какой-то квест проходит по здоровью. Что-то они там классом сегодня пошли, так как они волонтеры, они сегодня со своим классом все пошли. Так что вот такие вот дела. Ладно, будем надеяться, что скоро все выздоровеют. Ванечка, хлебушек с повидлом кушаешь, да? А? Да? Ну иди пей чай. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Берегите себя и свое здоровье. Здоровье это сейчас самое главное. Не болейте. Мы вас всех очень сильно любим. Всем пока-пока. Так, дорогие друзья, я на кухне готовлю кушать. Здесь у меня уже для супа варится бульон. Уже картошку уже закинула, уже сделала зажарку. И да, вчерашние, которые цветы я пересадила, я их поставила здесь на фоне. Вот орхидея стоит, женское счастье, мужское счастье. И там два кактусенка стоят. Вот так вот. Ладно, сейчас приготовлю кушать и покажу. А, кстати, суп буду варить вот с такими макарошками, с детскими. Америкашки. Америшки. Вот попробую. Дети любят детские, но вот у нас тяжело найти на нашем. В магазинах ничего детского такого не привозят. Это я в городе, по-моему, когда-то купила пачку, так она у меня и лежит. Вот сейчас суп с ними сварю. Так что готовим дальше кушать. Все, дорогие мои, суп уже сварила. Сейчас выключаем плитку. И все. Пусть настоится, засыпала свежий укропчик с макарошками, с мяском. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сейчас настоится, и потом попозже, если детки захотят, то будут кушать. Они, по идее, недавно ели. Ну все, супик свежий, готовый. Можно придумать, что еще на ужин приготовить. Посвежее что-нибудь, повкуснее. Суп они навряд ли на ужин захотят, но вот опять, наверное, скорее всего, попросят или спагетти, или еще что-нибудь. Сейчас что-то, короче говоря, придумаем.